У нас в стране у власти находится абсолютный дьявол и окружают его абсолютные законченные бандиты, которые ведут агрессивную войну и каждый день в Украине убивают людей. Просто каждый божий день они в Украине убивают людей. Они бьют по многоквартирным домам, по детским садикам, по местам, где люди значит, делают какие-то мероприятия и так далее.